Здравствуйте, дорогие садоводы-любители. Сегодня 11 сентября 2019 года. Вот пришла посылка от Тимофея, садовый сайт «Роза почтой». Вот открыла коробку, достаю. Вот. В таких вот упаковках они. Эти саженцы у меня пролежали на почте 5 дней. Вот Тимофей все-таки молодец, позвонил мне вчера и по WhatsApp написал, сказал, что ваши саженцы уже пришли. Давно уже лежат на почте. Вот саженцы, смотрю, живые. Тут, конечно, грунт уже высох чуть-чуть. Ну, чувствуется, что не очень тяжело. А так-то, в принципе, все хорошо. Вот видите, почечки у него тут, росточки уже дали. Вот тут накладная. То есть все, что заказала. Эти саженцы по 200, по 300 рублей. Просто бумажка, чтобы не болтыхались. Сейчас откроем корневую. Ну, то есть тут вот разъединить опять не удастся. Тут самое главное, смотрю, грунт еще влажный. Вот, как видно, белые корешки. То есть сейчас я их замочу в воде, а потом уже буду сажать. Заказываю я у него первый раз. Вот так саженцы, вот, посмотрите, здоровенькие. Не сухие, не поломанные. То есть дошли в хорошем состоянии. Но вот то, что у нас так почта работает, я прям поражаюсь. Вот посмотрим, самое главное, весной посмотрим, чтобы пересорта не было. А так вот, если понравится, то буду заказывать у него. То есть вот смотрите, все живенькие, вроде зеленые. С бирочками. Вот тут тоже потом разверну. Ну, сейчас я, как всегда, в тот раз показывала, замочу их на 4-5 часов и буду сажать. Как сажаю, я показывала в видео. Ну, то есть вот он такой хороший человек оказался, что он даже вот переживает за своих, вот как говорится, клиентов. Написал. Ну, в его, конечно, интересах, чтобы саженцы к нам хорошие достались, пришли. То есть, чтобы потом еще раз заказывали все, что... Вот, то есть не вижу я разницы, что дорогие розы приходят, то есть упакованные в таких коробках красивых, что так. Самое главное, чтобы корневая была нормальная. Тут вот видно вроде корешки-то белые. Ну, сейчас я их замочу в воде и пусть они постоят. Еще раз напоминаю, это розы от Тимофея из Краснодарского края. Цена у них по 200, по 300 рублей, смотря какие заказываете. Ну все, пойдем сажать.